Затерянный сектор на Меркурии. Да, вот будем здесь проходить. Вот. Все, пошли. Давай. Да, долго я, конечно, его искал. Типа туннеля, да? Я так понял. Так. Первое есть. Ой, нормально ты их. Ага. Что, завершили, что ли? Да. У тебя триумф тоже завершен? Да. Блин, меня убили. Опа, сейчас я тебя подниму. Мне кажется, мы его еще не завершили. Это просто мы триумф какой-то завершили. Так. О, сундук. А сектор-то так и не это. У тебя тоже задание, да? Посетить там братана Венеса какого-то. Затерянный сектор разграблен. Все, прошли. Ну все, да. Поговорите с братом Венесом. Да. Я надеюсь, я вообще сюда бегу. Я надеюсь, есть выход. Да, вон что-то там. А чё мы тупим-то? Давай сразу телепортируемся просто к этому. К быстрой телепортации, это быстрое перемещение сразу туда и прям к нему через портал. Сейчас зайдем, поговорим сразу с ним. Так, а он где вообще? Ну вот сейчас через быстрое перемещение телепортнись, ну, да. И там портал сзади. Да. Все, понял. К нему в башню телепортируемся и все. О. Так, что он нам скажет? Он дал мне недостаточно места оружия. На 900 силы. Скажешь, какое-нибудь оружие? Мне ракетную установку дал. Угу. Зиновиды. Скажешь, что он тебе даст, потому что вдруг тебе что-то другое дает. Последователи приветствуют тебя. F1. Ракетная установка. А как называется? Зиновиды. Да, значит, нам одинаковые дали. И репутация 50.